Толока прошла 7 мая в нашем городе. Приняли участие муниципальные учреждения, школы, детские сады, а также украинское общество «Волограй» и свидетели Его Силамя. Участие было очень активное. Собрали около 4 тонн мусора. Это как бытовой мусор, также старые покрышки, отходы электроники. Очень хочется поблагодарить, были еще участники, которые жители города, допустим, там семья вышла вот с улицы Раны, собрали весь мусор, который был на склоне улицы. Большое спасибо. Также спасибо нашим партнерам, это Аквафору, который предоставил нам мешки для сбора мусора, и Меки Силами, которые собрали мусор и утилизировали. Конечно же, без такого активного участия жителей мы бы не смогли настолько хорошо провести эту толоку. То есть самые главные участники здесь – это жители. И призываем в очередной раз, используя парковые зоны, прибрежные зоны и какие-то места для проведения пикников, досуга, убирать за собой свой мусор.